Привет, друзья! Сегодня приготовим, даже не знаю, как назвать его, но назовем его вкусный батон из серии, как у нас есть на канале, чесночная картошечка. Значит, для этого нам понадобится любой несладкий батон. Вот, мы обычно берем нарезной, но сегодня не было, вернее, вчера не было, потому что нужен желательно вчерашний батон. Вот, это подмосковный у нас. Фольга пекарская, вот сыр, зелень, чесночок, зубчика 3 и сливочное масло. Давайте готовить. Для начала натираем 100 грамм сыра. Духовка у нас включена на 200 градусов. Порежем зелень. Выдавливаем чесночок сюда. Добавляем размягченное сливочное масло. Все это хорошенечко перемешиваем. Делаем надрезы на батоне, но не до конца. То есть нижнюю часть оставляем не надрезанной. И в разрезы выкладываем начинку. Кладем на фольгу. Отправляем в духовку на 20 минут. Прошло 20 минут. Достали. Убираем фольгу. И отправляем в духовку еще на минут 5-10 до такой румяной корочки. Достаем. Даем ему немного остыть. Можно нарезать потом и кушать. Вот такая вот вкуснятина. Чесночный вкусный батончик. Вообще этот батончик такой простор для фантазии. Можно нарезать вдоль, там можно поперек, можно как бы сбоку нарезать его и туда вложить начинку. Значит, можно добавить яйцо, можно добавить колбаски в разрезы. То есть простор для фантазии. Готовьте, приятного аппетита вам и всего доброго.